Они собака град. Смотрите, на самом вас не вот там пусть стоит памятник, а там будет, пусть будет, вот там пусть будет площадь. Да черт, я пожертвую площадью. Если уж так надо. Она называть город Личкой. Не надо. Ленин. Города есть народ его и беру. Почему это мы можем назвать или Иван забыть? Иван, а я скажу, а сами идет. Ну как вы тут? Это вот вы говорите, а был референдум. А так это, допустим, раз человек. Я хочет, послушайте, с точки зрения истории. Да, с точки зрения истории. У нас, как говорится, всегда все решалось референдумом. Он наоборот поехал туда, чтобы все это было на согласие. Трусскими там не встретился. Он же наоборот же там выступал, чтобы он вот это пищицу, которую сварили коммунисты. Наоборот, прекратить. Он Трусскими не встречался. Он хотел эти даже сделки вступать, уголовник. Он имеет уголовник. А он что? Он всю жизнь просто потому что Горбачев не продает. Это более порядочно. Это более порядочно. Горбачев наоборот. Все, это только спекуляция занимается. Больше ничего. По примеру, не выходит на свою партию, которая был служить. А зачем? Вы были сердцы, не знали. А теперь мы вот остаем здесь и говорим. Человек уверен, что он стоит за точку зрения. Если бы человек уважает, умный бы был, человек умный, а он не умный. А он тут есть Санкт-Петербург. Вторая сахара ухает. Я не знаю, врели ли он или нет, но он мою страну предложил разделить на три части. Борис Николаевич, 15. А вы насколько предлагаете? Мою, родную, Россию. Российское бывшее государство великое. Скажите, год назад у вас Евзоров тоже мнение было? В чем же дело? А я расскажу. Его депутаты не выбрали. Он у прежней власти попробовал требовать квартиры. Через министра культуры он не даст. И даст его выяснить. Публично выяснить. Он на власти. Нет. Видно. Понимаете, все это видно. В газете было, не надо мне остановить. Газеты сейчас, вы знаете, я читал, что вот, допустим, это как его... Ты же много улиц. Не, ну, кто голосовал? Кто голосовал? Это была любовь. Я должен... Было другое, нет, было другое. Когда об этом не отвечали... Я на это говорю. Товарищи, нас снимают. Извините, здесь целая компания. Я генерал майор КГБ. Так, о чем вы говорите? Сейчас, когда слово можно говорить, некрасиво пока. Да. Можно узнать, куда попадаем, на чей экран? Советами говорить, уже без тебя решу. Кто такой, что советует? Почему ты свои советы знаешь? Народ голосует за Бориса Ельцина! Народ не голосует за Бориса! Евреи, голосуйте за Ельцина! Президент Израиля! Сетевая экономика, гомосеки, наркоманы, пусть голосуют за Ельцина. Нормальные люди будут за Лукашева. И будут жить по доме. Нормальные люди. Дядя снимает, а видишь, дядя?
А?